Меня много раз обижали админы, и я решил им отомстить на втором сервере на матрешке РП. Я устроился в ФСБ, подъезжаем к любимому месту админов. Опа, а вот они, мои сладенькие. Ну что, доигрались, засранцы? И я заборозил их всех. Что происходит, ёпта? Ты чё, берега попутал? Еще раз так сделаешь? Что-то вы слишком много разговариваете. И я надел на них наручники. Ну все, парнишка, тебе пизауч, не бей. Тогда заткнулись все быстро. Если хочешь играть вместе со мной, переходи по ссылке в описании, скачивай игру и заходи на второй сервер. Какие деньги, ты сейчас бан получишь? Вы же в наручниках, что вы мне сделаете, неучи? И сюда тэпнулся главный админ. Что устроил тут? Унижаю админов, а что? Они надели на меня наручники и начали махать фалосами у моего лица. Будешь знать, как мы их трогать.